Good to have another Sabbath day and have the week behind. Хорошо иметь еще один субботний день и неделя та позади. I was watching a little movie clip last week when people were interviewed on the street. Я смотрел маленькую такую заставку, когда людей вот и когда интервьюируют на улице. And the question was, where does the peace come from? И вопрос состоял в том, откуда приходит мир. The interviewer were asking this question many, many people. И человек, который интервьюировал, он задавал этот вопрос многим людям. Where does your peace come from? Откуда исходит твой мир? Or are your life very peaceful? Is your life very peaceful? Или же такой вопрос, как твоя жизнь мирная, как бы, ну, вы имеете мир, знаете? And the questions were pretty much the same. Answers? Yeah, the answers, sorry. Да. И ответы были почти одинаковые на этот вопрос. Everybody said, are you kidding? In this time and this era, to have a peaceful life, never. Что? I've never had peace. И ответы были такого рода, что вы шутите? В это время как мы можем иметь? Что за мир? There are so many problems in this world, wars and calamities and disasters and disease. И столько проблем в этом мире, войны, всякие болезни, происшествия, катаклизмы. And then the question, where do you get peace? You have to have certain degree of peace. И вопрос состоит в том, что откуда же взять этот мир? Наверное, у нас должен быть какая-то определенная степень этого мира. And they say, well, you find it inside yourself. И говорили, что вы должны иметь этот мир внутри себя. Найти этот мир. Well, and today I want to talk to you about this peace. Сегодня я бы хотел поговорить с вами об этом мире. In terms of another name of God. И это будет исходить о том, что я буду говорить о другом имени Бога. Яхве Шалом. Яхве Иегова Шалом. And you know what Shalom means. Знаете, I don't have to explain it to вы you. Вы знаете все, наверное, что обозначает Шалом. Я не должен вам объяснять. Мир. The Hebrew name Shalom is much broader and much deeper than the English word peace or Russian mir. Да, и еврейское вот это слово шалом, оно очень имеет широкое значение, чем просто русское слово мир или английское слово мир. It implies wholeness, completeness. Это в себе заключает как бы целостность, это слово. A well-being, a general well-being. Чтобы чувствовать себя в общем хорошо. It's just not being in a state of mind of peace. И не то, чтобы быть вот в какое-то время, чтобы в нашем сознании был мир, а вообще полностью. Now, I'd like to turn your attention to the Old Testament book of Judges. И я хочу обратить ваше внимание на Ветхий Завет, книгу Судей. It was a time where peace was noticeably absent from the people's lives. И было то время, когда вот этот мир прямо вот действительно чувствовал, что этот мир отсутствовал в сердцах людей, в жизни людей. Because everybody did as they saw right. Потому что все делали то, что казалось праведным в их глазах. Yet there were cycles in the lives of Israel. Но в то же время были вот эти определенные периоды в израильской жизни Израиля. For example, in chapter 4 and 5 we see about a judge, a lady judge, Deborah. И, например, вот в 4 и в 5 главах книги Судей мы читаем о еврейской женщине, судье Деборе. Она была судьей. And at the end of chapter 5 it says, then the land had peace 40 years. И в конце вот шестой главы, это в 30... пятой главы, да. Пятой главы в конце, в 31 стихе мы читаем. И покоилась земля 40 лет. So the land had peace under the rulership of Deborah. И вот под предводительством Деборы эта земля имела мир. Покоилась. Now, after that, there was chaos again. И после этого времени опять наступил хаос. Because people
abandoned God, they left the covenant with God. Потому что люди оставили Бога, они оставили завет, который был заключен с Богом. And peace left the land. И что случилось? Мир покинул землю. And then we read about in chapter 6 and 7, we read about another judge, Gideon. И в 6 и 7 главах книги Судей мы читаем о другом судье, это Гедеон. And again, after his death, it's concluded in chapter 8, verse 28. И после его смерти опять мы читаем в 8 главе и в 28 стихе. The second part of that verse. During Gideon's lifetime, the land enjoyed peace 40 years. И во времена царя Гедеона, во второй части этой главы, стиха 28 читаем, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. You see, the peace depended on where the people were. И вы видите, от чего зависел мир? Мир зависел от того, где в это время находились люди. If they left God, there was no peace. Если они оставляли Бога, там не было мира. When they renewed the covenant and relationship with God, there was peace in the land, in their hearts. И когда обновляли они свой завет с Богом и свои взаимоотношения с Богом, опять они находили мир. Now, let's read in chapter 6 more details on what the circumstances were when there were no peace. Давайте прочитаем теперь в 6 главе, какие были обстоятельства в то время, когда у них не было мира. Verses 2 to 4. Со 2 по 4 стихи. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel. Neither sheep, nor cattle, nor donkeys. Со 2 по 4 стихи читаем. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. You see, there is an absolute lack of peace. Вы представляете, тут не было абсолютно никакого мира. Can you imagine a life like that? You have to live in the clefts, in the rocks, just like David was running from Saul. Представьте себе вот такую жизнь. Люди должны были жить в этих ущельях, в пещерах, в укреплениях, как вот помните, как Давид жил. And when they planted their crops, the Midianites came and burnt it down. И когда они вот сеяли это все, мадианитяне приходили и все это уносили. When they had their cattle, Midianites came and took it away or killed it. И когда у них были cattle, вот эти животные, да, то мадианитяне приходили и уносили их. It was impossible to live under such circumstances with no peace. Невозможно было жить в таких обстоятельствах, если бы не было бы мира в сердцах. Now, this chapter is about Gideon. So we find Gideon in verse 11. Это глава о Гедеоне. Мы читаем о нем в 11 стихе. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash, the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from Midianites. И с 11 стиха. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Okay, what is the verse telling us? Что этот вот стих говорит? So the angel of the Lord came and sat under the oak tree, and Gideon is there, and how is he revealed or depicted? И пришел вот ангел Господень, сел в Офре под дубом, и там находился Гедеон. И как он здесь представлен? So what is his activity? Что он делал? It says threshing wheat. Он выколачивал пшеницу. Okay, we need to understand. I don't know if I've told you where, how did this wheat threshing happen?
Я, наверное, вам об этом говорил. Как происходит вообще выколачивание пшеницы? What is yes exactly, because you need to beat off the parts that you want to separate from the grain. Потому что когда выколачивали пшеницу, надо было вот эти зерна рассеивать, да? No, but what is essential in this process of separation? И что вот важно, особенно важно в этом процессе рассеивания, что? The wind. Ветер. And that's why the threshing floor was always on the top of the hill. И вот это выколачивание пшеницы где происходило? На поверхности, где-то so на горе. Yes, where there is wind, and so they put the stuff up in the air, and the wind blows the chaff away, and the grain falls down. Да, на горе, где ветер мог развеять вот это друг от друга. So we see Gideon on the threshing floor. Yes? Ну, где мы видим Гидеона, как, где он выколачивал пшеницу? Точили. In a wine press. Где? В точили, где делали... You know where wine press was? In a hole. И вот где было это? Это было в дыре, в какой-то в яме. Because they filled it with the grapes and then they stamped on it and then the juice was produced. Там, где выделывали вино, то где это происходило? Это происходило в яме. Why in the world did Gideon do the threshing in the wine press? Почему вообще Гидеон вот занимался выколачиванием пшеницы в этой яме? Вином, где вино делали? He was afraid. Потому что он боялся. Да? Now, when you are afraid, you have peace in your heart? Когда вы напуганы, есть ли у вас мир в сердце? Never. Никогда. Because in fact, fear is the opposite of peace. Потому что страх это абсолютно противоположное миру. Gideon was so afraid that he was hiding from Midianites. Гидеон настолько был напуган, он скрывался от мадианитян. And no wonder, there was a good reason, because we just read at the beginning of chapter 6 how bad things were. И действительно, у него на это была причина, потому что мы до этого читали, как плохи были дела в то время. Now, let's read on. Давайте дальше читаем. Verse 12. 12 стих. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж. Сильный. Wow. Wow. Can you see the irony here? Вы видите какую-то насмешку здесь? Gideon is hiding from the Midianites, very quietly threshing the wheat in the hole. Гидеон скрывается от мадианитян в этом в этой яме, выколачивает пшеницу. And the angel of the Lord steps on the side of that hole and says, "Hey, Gideon, mighty warrior." And Gideon says, "Shh." И Господь становится вот над этой ямой и говорит, "Эй, Гидеон, муж сильный." Наверное, Гидеон сказал, "Тихо, тихо." Maybe the Midianites will hear your voice. Don't say so loud. Наверное, Гидеон сказал бы, "Не говори так громко, мадианитяне могут услышать твой голос." But God calls him a mighty warrior. Но что? Ангел Господень говорит ему, муж сильный. Let's read on. Читаем дальше. Verse 13. But Sir Gideon replied, "If the Lord is with us, why has all this happened to us? Where all this his wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." Гидеон сказал ему, Господи мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. You see, Gideon was complaining. He says, I mean, if God is with us, where is his power? Where is his deliverance that we've heard from our parents and grandparents so talk so much about the deliverance from Egypt? И что мы видим, что здесь Гидеон жалуется, да, что если Бог и был, если он нас действительно вывел из Египта, то где он сейчас? Где его освобождение для нас? Gideon had no peace. В сердце Гидеона не было мира. Even though God said, "The Lord will be with you."
И хотя Господь сказал ему, что Господь с тобой, он сказал ему эти слова. And he called him the mighty warrior. И он назвал его муж сильный. Verse 14. 14 стих. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Господь воззрев на него сказал: "Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя." God gave him a commission, a task. Бог дает ему тут задачу, да, задание. Go and liberate my people from Midianites. И в чем заключалось задание? Иди и спаси Израиля от руки мадианитян. Now Gideon immediately had excuses. Ну, у Гедеона были на это свои excuses. What does he say? Извинения, да. What he say? He said, in verse 15, "But Lord," Gideon said, "how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." Гедеон сказал ему: "Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младше." You see, it's just like Moses. Это точно было как с Моисеем. I can't do that. Я не могу этого сделать. I don't have peace in my heart. Я не имею мира в своем сердце. And I'm the least of the least. Я наименьший из наименьших. And God said, "I will be with you." Но Бог говорит: "Я буду с тобой." Verse 16. И сказал ему Господь: "Я буду с тобой, и ты поразишь..." Now, I'm sorry. Go ahead. Да. И ты поразишь мадианитян как одного человека. Now Gideon responds to God's call. И Гедеон отвечает на вот этот. And what does he do? We'll not read all through it, but we can read it at home that Gideon built an altar for God. Мы не будем все это читать, вы можете прочитать это дома. Но что сделал Гедеон? Он построил алтарь Богу. And he made a sacrifice. И он что сделал? Принес дар, жертву для Господа. And God accepted that sacrifice. И что делает Бог? Бог принимает эту жертву. It says in verse 21, "With the tip of the staff that was in his hand, the angel of the Lord touched the meat and the unleavened bread. Fire flared from the rock, consuming the meat and the bread. And the angel of the Lord disappeared." Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. Gideon brought a sacrifice to God. Гедеон принес жертву, приносит жертву для Бога. He wanted to reverse the apostasy of his people. Он хочет вот вернуть это, то, что ждало его людей, повернуть это вспять. He wants to re-enter into the covenant relationship with God. Он хочет вот возвратиться и вернуться в эти взаимоотношения с Богом, в этот завет. And then it says that when God had accepted his sacrifice and the fire came and consumed the sacrifice. И написано то, что мы читали уже в 21 стихе, что когда Бог принял вот эту жертву, то что, что то и случилось, then что мы считали. Gideon realized something, that it was the angel of the Lord. И тут Гедеон понимает и видит, что, и увидел Гедеон, что это ангел Господень. In verse 22. And he exclaimed, "O sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face." И сказал Гедеон: "Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу." Just like Moses. Точно так, как Моисей. Because Moses also said, "I have seen God face to face." И Моисей в то время тоже говорит: "Я видел Господа лицом к лицу." And God responds, because he's afraid. He thinks that he might die now. И он боится, он думает, что он сейчас может умереть от этого. And verse 23, "But the Lord said to him, 'Peace.'" Но Господь что сказал ему? "Мир тебе." Do not be afraid. Не бойся. See, when God enters into our lives, видите, когда Бог заходит в нашу жизнь, He comes with what? С чем Он приходит к нам? With peace. Он приносит нам мир. And God's peace
chases away our fear. The fear disappears. И Божий мир уносит вообще все наши страхи. Peace to you. Мир тебе. And then verse 24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it, "The Lord is peace." И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. You see, there we have the name of God. Вы видите, здесь вот имеем мы имя Бога. The Lord is peace. Иегова Шалом, Господь See, мир. Peace is not just a state of mind. Вы знаете, то, что сказал и раньше брат пастор Айвер, что мир — это не то, что вот сейчас наше сознание находится в состоянии мира. Peace какой-то определенный момент. Peace is a person. Это вот мир — это личность. Peace is God. Мир — это Бог. The Lord is peace. Господь является миром. And in this context, we can understand that before Gideon could receive this peace of God, there had to happen something else. И в этом контексте вот этого, этой главы мы видим, что прежде чем получить мир от Бога, Гидеон должен был что-то сделать. You see, the shalom, the peace of God, in this sacrificial context, means reconciliation. Reconciliation. Примирение. Примирение, да. И вот в этом контексте, вот то, что мы читаем, что то, что сделал Гидеон жертвеннику Иегова Шалом, вот идет примирение с Богом. You see, Gideon restored the altar that had been broken down. Гидеон восстанавливает вот этот жертвенник, алтарь Господу, который был разрушен. He is restoring the worship for God. Он восстанавливает вот это служение Господу. And further on we read that he broke down all the altars and idols for the foreign gods. И далее мы читаем, что он разрушил вот все эти жертвенники Ваалу, которые были сооружены там. And he led his people back into the covenant relationship with God, into reconciliation. И он привел своих людей куда? В эти вот взаимоотношения с Богом, в этот завет, который Бог установил для своего народа. And then God gave him peace. И потом, после этого, Господь дает ему мир. You see, the peace comes out of this reconciliation with God. Откуда приходит этот мир? Этот мир приходит после примирения с Богом. When we are reconciled with God, we have that peace. После того, как мы примиряемся с Богом, мы имеем этот мир. So that's what the deeper meaning of shalom is. И вот в чем заключается более глубокое понимание слова шалом. To be reconciled with God. Чтобы примириться с Богом. And Paul said in Romans chapter 5. И апостол Павел в Римлянам в 5 главе говорит. Verse 1. Первый стих. Therefore, since we have been justified or reconciled through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. You see, that's how it works. Вы знаете, вот это как оно работает. We are reconciled with God or justified through faith, through Jesus Christ, with God. Мы примиряемся с Богом или оправдываемся верою через кого? Через Иисуса Христа. And then we have this peace. И потом мы имеем вот этот мир. Now, can we reconcile ourselves with God? Можем ли мы примирить себя с Богом? With something good that we bring to Him. С чем-то хорошим, что мы принесем ему. We can't. Нет, мы не можем. Can we generate that peace by ourselves, within ourselves? Можем ли мы произвести вот этот мир сами по себе, в себе? Можем ли мы воспроизвести этот мир, приобрести этот мир сами? It comes when we are reconciled with God through Jesus Christ. Этот мир наступает тогда, когда мы примиряемся с Богом
через Иисуса Христа. And shalom always comes when we are in harmony with God. И вот этот мир, этот шалом приходит только тогда, когда мы находимся в гармонии с Богом. And the only way we can be in harmony with God is through Jesus Christ. И только есть единственный путь пребывания в гармонии с Богом, это через Иисуса Христа. Isaiah wrote about it. Исаия пишет об этом. And he was keeping in mind the story of Gideon. И он имел вот в это время, когда он писал, имел в виду историю Гедеона. In Isaiah chapter 9. Девятой главе читаем. Verse 4. Четвертый стих. For in the day of Midian's defeat, he's talking about Gideon. Ибо Isaiah 9:4. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его. И трость притеснителей его ты сокрушишь. Мадьяна. До конца. Вы хотите, чтобы я четвертый стих или третий тоже? Ты умножишь на руку или еще? Только четвертый. Девятая глава, четвертый стих. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадьяма. You see, he is referring to the times of Gideon when Midianites were defeated. И Исаия тут обращается ко временам Гедеона, когда вот мадианитяне были побеждены. And he links it with the future, because in verse 6. И в шестом стихе это как бы он обращается в будущее, к будущему. В шестом стихе мы читаем. He is projecting to the future. Where the real reason and source of shalom will come. И он имеет в виду это будущее, когда действительно придет вот реальное то, что может дать нам мир. Реальное. And he says, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called what? Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. И читаем в шестом стихе. Имя младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя его, ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. The Prince of Peace. Князь чего? Мира. Isaiah foresaw in the future that the peace will be brought by the Son of God who will reconcile us with God. Исаия предвидел, что только Сын Божий, только Иисус Христос может примирить нас с Богом. You see, this is what, if we go back to Romans, если мы опять обратимся к римлянам, this is what Paul is talking about at the beginning of the book. He's talking about how can we be justified and reconciled with God. И это то, о чем говорит апостол Павел. Как мы можем примириться с Богом и оправдаться? And in chapter 2 and 3 he's talking about how God will judge, and in the past, in the Old Testament, the people were trying to keep the commandments and do good works. И во вторых и третьих главах мы читаем, апостол Павел пишет о том, что как вот в старые ветхозаветные времена люди пытались именно соблюдать закон Божий и по нему получить. And he says, for God doesn't show favoritism, but it's both for the Jews and the Gentiles. He will judge justly. Потому что у Бога нет чего? У Бога нет фаворитов или любимчиков. Для иудеев и для еллинов есть одно. Он будет судить как? Справедливо. And I want to show you a little demonstration for those of you who noticed that I came in with a little box, a big box. Я хочу сейчас что-то продемонстрировать. Я принес сюда маленький ящичек или большой, может быть. See, God will judge justly. Вы смотрите, Бог будет судить как? Справедливо. Без сын.
God's judgment is just. Божий суд справедливый. But the problem is that we are in trouble. Но проблема в чем состоит, что мы будем находиться в чем? Переживать проблемы. Because Paul said in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Потому что в Римлянам 3 глава и 23 стих написано: потому что все согрешили и лишены славы Божьей. You know how it happened at the beginning in Genesis 3. Вы помните, как это случилось в начале, в Бытие 3 глава? God said, you have a choice. Бог говорит, у вас есть выбор. You can trust me and live with me in a relationship with me, in a covenant with me. И ты можешь довериться мне, поверить мне и жить в завете со мной. And you will live and you will have peace. Ты будешь жить и иметь этот мир. But you can also choose to go your own way. Но ты также можешь выбрать идти своим собственным путем. And believe that you can figure everything out. И ты можешь верить, что ты можешь все сам это сделать и подумать. Как. But the consequences will be the death. Но последствия этого смерть. The wages of sin is death. Потому что плата за грех — это смерть. And God is just. Но Бог справедлив. So the scale is really in, not in favor for us, because what we deserve is death. И вы видите, что весы, вот, которые показывают, это не для нас не имеют хорошего исхода. То, что мы заслуживаем, это смерть. Now, we can try. Мы можем пытаться, to be good. Чтобы мы были хорошими для Бога. Мы And so the Jews tried in the Old Testament. И также евреи пытались в Ветхом And Завете. They did a lot of good works. И они делали очень много хороших дел. And even the Gentiles were sometimes good. Также и язычники иногда были хорошими. And they piled up their good works on the scale. Они также собирали свои хорошие дела на этих весах. Forever. Всегда. Они делали это вечно. Все время. Они делали и делали. But the scale was not in their favor. Но все равно, вот эти весы, которые мы видим, Because они не были в пользу God нас. Is just. Они не были в пользу нас, потому что Бог справедлив. Isaiah 53, verse 5. Isaiah 53. Исайя 53 глава и 5 стих. Again, the prophet talked about the future event and he described what happened at that time when the Prince of Peace would come. И опять тут пророк Исайя говорит о будущих действиях, которые будут иметь место. He says in verse 5, but he was pierced for our transgressions. Но он изъявлен был за грехи наши. And who is he? И кто это он? The Prince of Peace. Да, вот Jesus. Это Иисус Христос, князь мира. He was crushed for our iniquities. И он был мучен за беззаконие наше. And the punishment that brought us what? Peace was upon him. И наказание мира нашего было на нем. See, we lost our peace because we wandered away from God. Вы видите, мы потеряли этот мир, наш мир, потому что мы отошли от Бога, ушли от Бога. And Jesus took the consequences of that action on himself. И Иисус взял вот эти последствия вот этого на себя. So that we can regain peace. Чтобы мы снова могли получить этот мир. And by his wounds we are healed. И ранами его мы исцелились. You see, that is how it happens. Вы видите, это то, как это происходит. When Jesus gets on the scale, когда Иисус вступается на эти вот весы, everything changes. Все изменяется. And we get peace. И мы получаем этот мир. And that peace is not the peace that this world gives.
И это не тот мир, который может дать нам вот этот мир. Because that peace is shallow and fleeting and disappears. Потому что этот мир, который дает нам этот вот этот мир окружающий, это поверхностный мир, он исчезает. The peace that the Prince of Peace gives. Но тот мир, который дает нам Князь мира, it stays. Оно остается с нами. Because we don't have to be afraid that we may be found wanting. We don't have to be afraid that our sins may be too heavy. Потому что мы не будем бояться, что наши грехи будут слишком тяжелыми. Because we know that Jesus Christ reconciled us with God. Потому что мы будем знать, что Иисус Христос примирил нас с Богом. That we don't have to be afraid, that we can enjoy and have and live this peace. И мы не должны бояться, мы должны удовольствоваться и радоваться, имея этот мир. Paul wrote about it to Philippians, chapter 4. И апостол Павел филиппийцам пишет в 4 главе, verse 6, в 6 стихе, do not be anxious about anything. Не заботьтесь ни о чем. But in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. He's describing a life in harmony with God. Тут он описывает вот эту жизнь в гармонии с Богом. And the result will be, it's described in verse 7. И что будет результатом этой жизни, гармонии с Богом? And the peace of God, и мир Божий, which transcends all understanding, который превыше всякого ума, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. You see, when that peace comes into your heart, видите, когда вот этот мир, мир Божий, приходит в ваши сердца, you don't have to understand all the things in your life. Вы не должны понимать все, что случается в вашей жизни. Like a little baby, you will rest in God's hands. Как маленький ребенок, вы будете отдыхать на руках Бога. Whether it's a sunshine in your life, or whether it's a storm or a rainy day. И независимо от того, солнечно ли в вашей жизни или шторма в вашей жизни. You will have this peace. Вы будете иметь этот мир. Because you will be reconciled with God, because you will be safe with Jesus Christ, the Prince of Peace. Потому что вы будете примирены с Богом и safe. И вы будете спасены и через Иисуса Христа. That peace will never run out. И этот мир никогда не отойдет от вас. Because you belong to the Prince of Peace. Потому что вы принадлежите князю мира. Let's pray. Давайте помолимся. Lord, we thank you so much. Господи, спасибо тебе. For the wonderful gift of peace. За этот прекрасный дар мира. Through Jesus Christ. Через Иисуса Христа. Lord, we thank you that you reconciled us with you in Jesus Christ. Господи, спасибо тебе, что ты примирил нас с собой через Иисуса Христа. And now that we can have this peace within our hearts. И теперь, когда мы можем иметь этот мир в наших сердцах. Please guide our lives. Пожалуйста, руководи нашей жизнью. Help us to stay in a close relationship with you. Помоги нам стоять в близких взаимоотношениях с тобой. So that we would never wander away from you. Чтобы мы никогда не отошли от тебя. But always would stay close and would be reconciled in Jesus Christ. Чтобы мы всегда были близки к тебе и примирились с тобой через Иисуса Христа. In his precious name we pray. Мы молились во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.